Сегодня в зале администрации Фрунзенского района прошли публичные слушания по вопросам использования некоторых земельных участков Саратова. Несмотря на враждебную обстановку, царившую в зале, участниками с легкостью было одобрено решение постройки церкви на территории Саратовской областной больницы. А вот в строительстве 15-этажного дома на пересечении улиц Производственной и Первого проезда строителей жители Саратова ничего хорошего не нашли. Какой может быть 15-этажный дом, если нас на 30 квадратов, и то там нет ничего подобного, стоит 10 домов. И когда мы писали жалобу, что эти все дома, 15 домов на одном квадратном метре, нам ответили, да, стройки больше не будет. Теперь у нас ставили дом один, 14 или 15 этажный, вообще влезли в середину наших домов. Вы вообще скажите, у нас дороги есть? Вы пожарников спрашивали, можно там строить или нет? Вы спросили этих, скорую помощь, можно подъехать или нет? Я уже не говорю о машинах, у которых действительно все есть. Мы же не можем это опровергать. Люди где-то должны их ставить, подъехать. Магазины внизу, то есть сносят деревья, сносят все подряд. Все, что угодно, только чтобы построить и заработать деньги. Представитель застройщика попытался опровергнуть слова местных жителей. Однако большая часть зала проголосовала против отклонения от параметров разрешенного строительства. Еще одним вопросом публичных слушаний стало возведение 26-этажного дома напротив горпарка, которое после непродолжительной дискуссии было одобрено большинством голосов. Юлия Нестеренко, Матвей Фляжников, «Открытый канал».